Я любил и женщины проказы, что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы про мои амурные дела. Но однажды как-то по дороге возле моря, с этим не шути, встретилась одна из очень многих на моем, на жизненном пути. А у нее широкая натура, а у нее открытая душа, а у нее роскошная фигура, а у меня в кармане не шиша. Ну а ей в подарок нужно колется, кабаки, духи из первых рук, а в ответ немного удовольствий от ее сомнительных услуг. Я тебе, она сказала, Вася, дорогое самое отдам. Я сказал, за 100 рублей, согласен, а если больше, с другом пополам. Женщины, как очень злые кони, на добы закусят у дела. Ну, может, я чего-нибудь и не понял, но она обиделась, ушла. А через месяц улеглись волнения, а через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена.